Звоните срочно подругам, оповестите округу и расскажите супругу. Распродажа идет, не нужно ждать больше чуда. Тут скидки больше друг друга, курьеры мчатся по кругу. Это нам не забыть никогда. Распродажа 11.11 на Озон. Успейте. Так, договор, парни. Если вы его убьете, я дам вам 20 тысяч. Нифига себе! 20 тысяч? 20 тысяч? Поехали! Подожди, ты прям клянешься? А, барьер! Оу! Барьер не просто близко, он уже щекотит вашу жопку. Ой-ой-ой. Здорово, YouTube! По микрофону Фикс! Отдельный привет всем подписчикам Лололошки! Здравствуйте! Всем привет, дорогие друзья! Я Лололошка! И добро пожаловать в высокое прохождение Майнкрафта! Ведь сегодня мы вместе с Фиксплеем... Всем здорово, YouTube! Вновь сразимся в битве за самое длинное выживание! Дамы и господа, добро пожаловать в популярный режим под названием... Столбы. Напоминаю, суть режима. Скинь всех и останься один. При этом игроки каждые 7 секунд получают рандомные предметы. Настолько рандомные, что в один момент кому-то может выпасть меч, а кому-то... цветочек. Так вот, сегодня мы вместе с Фиксплеем. Всем здорово, YouTube. Юни. Всем привет. И Саньком. Всем здорово. Сразимся каждый сам за себя. Готовьтесь, друзья. Перед съемкой этого ролика каждый скинулся по 5000 рублей в призовой фонд. А это означает, что победивший 3 раунда... заберет весь банк в 20 тысяч! Ура! 20 тысяч рублей! Да на эти деньги можно жить целый месяц! Нет, что там, целый год я проживу на эти деньги! Или даже всю жизнь. Короче, друзья, вы готовы? Да, готовы. Я готов! Моей мотивации нет предела, вы все будете уделаны. Так, ладно. Я думаю, то, что стоит напомнить и кое-что сказать. У этой карты вышло новое обновление. И добавилось оно... сужение барьера. Теперь каждые 10 секунд будет сужаться барьер на 2 блока. Следовательно, стоять на одном месте не получится. А ты чё ко мне-то подошел? Ладно, подожди, подожди. Санёк! Заново. Стоять на одном месте не получится. Кому? Ну ладно, чтобы никого не обидеть. Стоять на одном месте не получится. Я что, тут просто так стою? Да ты вроде не стоишь на одном месте, все нормально. Ну, спасибо, да. Так вот, напомню, тот, кто победит 3 раза, лутает 20 тысяч рублей. И начинаем мы через 3, 2, 1 и еще 5 секунд. Сейчас, подожди. Каждый раз одно и то же. Ребята, у вас нет шансов. Вот оно. О, смотри, у нас сразу появилось... барьер, сейчас получается 130 блоков, и каждые 10 секунд он уменьшается. И 128, я вижу, как он приближается. Ох, нифига себе! Что? Я видел, как Юни выпала кирка! Что? Ты чего не сразу? Просто моментально. Ну, я уже приметил, где находится Лололошка, где находится Санек и где находится Юни. А я нашел своего самого грозного противника. Санёк! О, у него верстак! Слушай, серьезно. Если выпадет какой-нибудь железный блок, то мы знаем, кто будет в броне. Так, эта битва начинается напряженно. У! Блин, он упал! Вы знали, что существует некий подозрительный гравий? Сейчас могла быть самая быстрая победа в нашей истории! Нифига себе, спасибо! Так, строимся к фиксплею. Так, строимся к фиксплею. Это мы оставим. Так, строимся к Артуру! Кто такой Артур? Я не знаю. Я не знаю никаких Артуров. Так, дубовую лодку кому-нибудь надо? В пропасть вниз сразу туда. Дубовую лодку у меня тоже есть. Давай. 3, 2, 1. И чё? Ну теперь смотри, правой кнопкой мыши по ней нажимаешь и вперед. Так, у меня другой план, бро. Да не, попробуй, это прикольно. А ты зацени мой план, не видишь ничего? Че, дерево выращиваешь? Ребят, я тут посижу немножко, да, подожду. Ты думаешь, мы тебе дадим столько времени? О, я знаю, вы мне дадите столько времени. С чего бы это? У нас барьер, алло, гений. Не знаю, я просто смело это сказал. Уже 104 блока, капец, он быстро сужается. А у меня дерево вообще успеет вырасти так-то? Мы только что об этом сказали. О, господи, кто это? А где Фиксплей? Вы видели его? Кажется, надо гасить Рому, согласны? Ну да, Фиксплей больше нет. Это же тот самый Фиксплей. Так, ладно. Незнакомец говорит правильные вещи. Что? 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 Что?
просто упала? Я поставила табличку и упала. Давайте так, это были самые легкие 5000 в истории вот от этого человека. Не-не-не, я еще не проиграла. Ну, кстати, это правда, она еще не проиграла. О, ребят. Что? Надо кому? О, давай. У меня лишние просто, понимаете? Ну давай, подстройся ко мне, я тебе дам. Так, сейчас дубовая лодочка на всякий случай. До свидания. Спрятался. Напряженная ситуация. Мне не нравится. Мне правда не нравится то, что Санек выстраивает базу, а мы тут фиксплей что-то как-то фигней какой-то занимаемся и как будто друг друга скинем, а Санек вот так вот победит и все. Слушай, у меня есть четкая цель, и я ее придерживаюсь, Ромочка. Что это за четкая цель? Я ее определенно придерживаюсь. Ты что делаешь? Успокойся. Привет, дружочек. Успокойся. У тебя, кстати, новый друг. Так, за друга спасибо. Но ты все равно как-то там успокойся и все такое, ладно? Ты не забывай, что Санек тебя может сбоку, да? О, сбоку. Я не забываю, Ромочка. Я мир. Просто я умею расставлять приоритеты, понимаешь, о чем я? Какие приоритеты? У тебя Санек сейчас... Дай тебе нагрудник. Иди отсюда! О, да? Да, держи. Нет, я знал! Почему ты не повелся? Я знал, что ты будешь ждать, пока я буду надевать его. Я прям знал, я знал. А я думал, я гений. Чувак, у меня сейчас сердечко, вот знаешь, вот на эти 2 секунды, оно чуть не выпрыгнуло. Я знал эту тактику. Так, Ром, теперь у тебя получается есть дерево. Сань, тебе будет тяжело. Дерево? А ты ему отдал что-то? А, вон там растет. Там дерево растет. А, я думаю, что я успею добраться. Эй, Санек, привет. Как у тебя дела? Было хорошо. Было все очень хорошо. Но один просто упал, второй прыгнул, упал. Ну ладно. Минута молчания в честь этого позора. Слушай, а подойди сюда, по приколу подойди. Прикольно. Это вообще... Прикол-тест. Это лютый прикол называется. Попробуй. Ну давай, классная идея. Вот, подошел. Ой, подожди, а это кто такой? Броненосец! Ой, какой милый! Какой маленький. Нифига он, кстати, он не маленький. Ой, прости. Кинь его. Баскетбольный! А что? Ты как успел? Страшно, очень страшно, если бы вы знали, что это такое. Ой-ой-ой, Санёк. Ой, кому это враг? Тихо. Он выбирает. Тихо. Пойду-ка я отсюда подальше. Он выбрал! Захвачено! Психопатин! Ой, он в лодку сел! Это еще кто такой? А это новые мобы. Это, черт возьми, что за новый моб? Подожди. Давай следующего. Это в Майнкрафте реально добавили такого моба? Да, он кидается ветром и отталкивает тебя, так что тебе очень повезло. Нет, пожалуйста. Да господи, зараза ты! Боже мой, что за битва! Почему у тебя полный на базе? Ты так уверенно его избивал! Он даже на костре стоял в этот момент! Блин, а что это у тебя было в руке? Чем ты меня лопата. Бил? Лопата. Назаритовая лопата. Чувак, то есть у тебя в равном бою на самом деле у тебя был такой шанс, потому что у меня не было никакого оружия. Я просто провалился в ту самую единственную дырочку, которую ты не задел в полу. Да, это была моя тактика, кстати, я ее придерживался. Да, все так, ребят. Ладно, в этот раз, возможно, я чуть-чуть обшибся, но сейчас спуску вам не даю, ребятки. Давайте, следующий раунд. Мне, если что, не выпало еще ничего нормального, что можно поставить до сих мне пор. Мне тоже. Да, понимаю. И кто из нас врет? Все. А у тебя блок в руке? Ну вот я его поставил. Все. Я честен перед вами, ребят. Я честен. У меня уже лук, стрелы, арбалет и крутая броня. Да. Да, если что, Гаста могу призвать. Ребята, отапливаешь кучу ресурсов. Ай, какая красота. Что? Он успел сказать подписчикам, но мы не услышали. Сладенько, сладенько. Да это юмор какой-то, вы посмотрите, я уже 5-й выкидываю. Да ладно, уж какая разница, ты можешь в целом на этот раунд уже забить фиксплей. Опа, да, забить прям. Что тебе выпало? Ничего. Ничего, прям вообще пустота. Один блок, который я наконец смог поставить. Блин, а вот у меня действительно какой-то бред. Вот что это такое? Это выкинуть. Не знаю, оцелота можно в целом призвать. Опа! Ладно. Топор у него, ребята! Что? Какой топор? У него топор железный! Что?
Блин, мне тоже очень не везет, пока ничего, вообще ничего годного не выпало. Против топора ничего не выпало, да? Unlock, да. Вот телу сразу видно, ничего годного не выпало. Мне... Подожди, что это? О! А! Нифига себе! Что это было? Ты ветром? Кто в него ветром? Что это было? Бойтесь меня! Бойтесь! И сладенький Санёк. А сколько зарядов у этой темы, я ж даже не знаю. Все, больше нет. А, да, подожди, да нет, я видел. Я же в прошлом раунде умерла первой. Я видел, что у тебя еще есть, ты врушка. Что есть? Снаряды, Ромочка, снаряды. Так, а мне один выпал, как у меня может быть еще? Да ты два раза выстрелил или три вообще? Ну вот, больше нет. Да. Все, больше ты ему веришь, Санек? А? Конечно, нет. Вот и все, вот на этом все и сказано. Ребята, да вы что, ну когда я вас обманывал? Вы что думаете, я буду вас обманывать ради 20 тысяч рублей? Ну да. Я бы обманул. О, броня выпала, Ром, тебе. Надо? Да, давай. Как в прошлый раз, давай. Что? Ну нет! Ну почему ты имба какая-то? Вот теперь у меня точно нет. Вот теперь. Сань! Ты обязан, да. Иначе теперь... будет два раунда. Ой, теперь точно нет, да? Верю. Сань, скажи, что у тебя назыритовый зачарованный топор, золотое яблоко, тотем бессмертия, щит. Ах ты, зараза, а? А ты зачем вот эту вот воду разлил, а? Боюсь взрывов. Я не знаю, у тебя осталась эта штука или нет, потому что я ее вижу первый раз, я вообще не знаю, как она работает. Чтобы ты понимал, я тоже первый раз ее видел. Так, ладно, вот это, кстати, очень хорошее яйцо. Я думаю, ты не догадаешься, даже если я буду просто держать в руке. Что вот это? Угадай, у тебя три попытки, и если ты угадаешь, я выкину. Яйцо призыва древнего стража. Но как ты это сделал, я не понял. А как ты это сделал, реально, я не понял. Единственный моб, которого знает Санёк. Вот он. Я в шоке. Я тоже в шоке. Это настолько имба, что ли? Это настолько... Мне очень повезло с предметом. Меня так раздобрил ваш смех, что я просто шел вперед. Он еще сказал, вот теперь точно нету, ты какой хитрый. Подожди, она у тебя кончилась после того, как ты убил Санька, или еще нет? Короче, рассказываю, как было. Мне выпал некий стержень вихря, я его разделил на 4 сферы. И вот эти 4 сферы можно было кидать. Все. Боже, 4 сферы, 3 убийства. Одна проверочная была по себе, кстати. Да, это было страшно. Так, ну че, ребятки? Слушайте, мне очень нравится. Хорошая игра. Еще одна победа, и он выиграл. Вы же понимаете? Банковский счет заранее открываете, все такое. Вы же понимаете, ребят? Вы же понимаете, ребят? Мы прекрасно понимаем. Вы же понимаете? А что мы понимаем, ребят? Я просто не понял. Ты можешь ничего не понимать. Тебе вот разве что свечку сейчас можно поставить, Роман. Я, наверное, вот здесь посижу. Сиди. Красиво. Mm-hmm. Очень хорошее место, кстати. Какой красивый фиолетовый в сочетании с зеленым. И еще немножко зеленым. Пытается нас задобрить, типа миленький, да-да. Что? Что? Да сколько можно? Может быть, поговорим? Я передумал, ребят. Третий предмет у человека. Алмазный меч. Давайте, короче, мы будем стоять лучше. Да, мы постоим, пожалуй, здесь. Так, теперь, когда я знаю про стержень вихря, я, наверное, хочу базу себе построить. А то, если кому-то выпадет, это пипец. Что там, назеритовый шлем, назеритовый нагрудник, алмазный меч? Один я в говне, что ли? Назеритовый шлем, проверяй у меня. Ты в говне, что? Это у нее назеритовый шлем. Что? Кто-то в говне? Я да, в говне, Фикс Вэйв в говне! Он только что сам сказал! Ай! Нет! Короче, что? Вы что, рофлите здесь? А как ты упал? Подожди, как это произошло? Я shift отжал. А, ты shift. Хорош, так и надо играть. Это, у кстати... меня назаритовый нагрудник был. Ну это правильная тактика игры в Майнкрафт, Санек. Ты не волнуйся. Ты в целом позор, победил. Позор, дорогие телезрители, позор. Телезрители. Интересно, на каком мы телеканале сейчас? Нападаем все вместе на Рому ТВ, вот какой канал. Так, смотри, фиксплей. Я повторяю, да. Последний раз, если ты убьешь Юни, я выкидываю все свое оружие. В том числе кирку, железную лопату. Договорились. Если ты убиваешь ее. Хорошо. А мы все равно твое оружие, понятно. Давай, попробуй это сделать. Нет. Хорошо. У вас было шансы выиграть. Черт. Фикси надо. Мне кажется, фиксплей меня скорее пытается обмануть. Ты куда ко мне строишься? У меня договор.
Нет! Не надо! У него договор. У меня договор. У него договор. Уйди, я тебя зачарую. Так, 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 а пока у меня есть время... Ты точно не будешь меня обманывать и нет, пытаться ко мне пройти? Банит. Я буду ждать, пока вы закончите ваш разговор. Я буду ждать. Нет, нет, он тебе не друг. Юни, тебя сейчас скинут. У тебя нету стенки. Стенки нет, ты посмотри внимательно. Есть стенка, есть. Так не с той стороны у тебя стенка. А, не с той, хорошо. Никто нет, никого не скинет. Нет, уйди. Уйди. О, что? Нет! Да что за фигня с этими криперами-то, а? О, нет. Тихо. Вот и поговорили. Вот и обсудили. Нет, уйди от меня, прошу. Держи подарок. Подарок. Да что так нельзя? О, она золотое яблоко съела. Внимание. Уйди, уйди. О, лопата. Так, 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 так. Ты куда? Ты куда? Я базу строю. О, ты какой хитрый. Базу строит. Я просто строю базу. Блин. Что это было сейчас? Никто этого не видел. Она что-то сделала. Точно что-то сделала. Я не кидала в тебя снежки, правда, правда. Тогда ладно, я просто поверю в эти слова. Вы это видите? Вы это видите? А, барьер! Вы это видите? Оу! Барьер не просто близко, он уже щекотит вашу жопку. Ой-ой-ой. Ой, кажется, нет, что-то ой, намечается. Слушайте, мне нравится то, как, в какой ситуации я оказался, правда. А, как близко-то уже, что? Это очень близко. Так, ребят, кто в итоге выиграет? Кто победит? Вопрос. Невероятно близко. Нет. Помнишь, я говорил о том, что не могу использовать оружие, да? Да. Помнишь, Фиксплей, я говорил эту фразу, да? Помнишь? Да. Что? Ты что делаешь, псих? Все, никакого перемирия. Никакого перемирия, даже если ты ее убьешь! Никакого перемирия! Что ты надел? Зачем ты пытался меня убить? Ты чё, охренел? Попытка не пытка, друг. А, да отстань! Отстань от меня! Да, уйди! Да, подожди, что произошло? Где Юни? Куда она вышла? Она вышла, я слышу по ее молчаливому лицу! А, по ее молчаливому лицу я тоже слышу, как она выжила. Деритесь! Откуда здесь пиглин? Который обстреливает Рому, кстати! Это правда. Меня правда обстреливают. Барьер, а барьер-то двигается. А, Фиксплейка, здорово. А, привет, ай, блин, Ромочка. Больно. Ай-яй. Это очень больно. Уйди отсюда. Иди отсюда. Нет. Нет, я из-за барьера. Я не верю. Просто в сухую, в Салатово 3-0. Ребята, это трэш, ребята. Как же мне повезло. Так, короче, я могу провести бонусную игру, так и быть. Могу провести бонусную игру. И что она решает? Давай. Ну смотри, 20 тысяч я уже залутал. Так. Если кто-то сейчас выиграет, но не я, тот получает 5 тысяч рублей из тех 20. Обратно! Вернет деньги! Хорошо, я согласен. Я за, парни, вы за? Давай. Я тоже. Да, а если давай. Мы проиграем, кто-то то может ничего. Не скидывать. Ну, что, я просто 20 тысяч залутаю. Какая мне разница? Я уже выиграл. Мне уже все. Я могу в целом прямо сейчас упасть и посмотреть, как вы играете. Но я этого делать нельзя, не буду. Нельзя, нет, это всё, нечестно. В этот раз я просто не убираю палец шифта вообще. Я да. постоянно буду я, правда, я сейчас офигею, если это будет 4-0. Если я опять выиграю, это будет супер странно. Никто не будет больше с тобой в это играть, ты же понимаешь. А я готов на реванш, я хочу еще, только ставка повыше. Фиксплей, договоренность такая сейчас, значит, придумаю. Ну ладно, я потом придумаю, когда мне будет выгодно. Спасибо, спасибо. Пока не выгодно. Договорились. Фиксплей, такая договоренность, скинь себя. Пожалуй, нет. Черт, жалко. Так, а вообще, меня напрягает, что мы вроде как строимся друг к другу, а они не строятся. Мы строимся? Предлагаю... Потому что битва сейчас тут. Предлагаю сделать так. Если ты прямо сейчас начинаешь строиться к Юни, и я вижу, как ты строишься на 5 блоков к ней, я выкидываю весь свой инвентарь. Да нет, там ничего нет! Ладно, 100%. Почему опять готово? Я? Что? Я выкидываю свой инвентарь, все, я выкинул. Черт, у него там такое яйцо зомби было из полезного, и все. Ну в смысле? Оно как бы мощное. Ладно, ребят, я предлагаю пойти искать дракона. Поехали.
не получается. Ну ладно, лети. Стой, провод сюда, вот сюда надо было. Можно было вставить, реально. Вставить все еще можно, Ромочка, приходи. Так, ну допустим, вот отсюда долетит. Давай, попробуем. Давай. Словил, да, да, вот она. Лежит. Где? А, вот, все. Есть! У меня теперь тут трофейчик. Еще 11, и мы пойдем в край убивать дракона, наконец-то. Да, давайте. Так высоко, что ты так высоко-то, парень? Ну, потому что Саня строится вверх, посмотри. Я за тобой повторяю. Я один не строюсь вверх, это что такое? Ладно, вы не захотите меня убивать просто потому, что я здесь один. Да, точно, точно. Есть повод. Так это и работает. Саня, не подглядывай. Где я? А найди меня. Где же он? Ну, если меня нет, значит, нужно сражаться против Юни. Да-да, это так работает. Да почему я опять? Сколько можно? Так, договор, парни. Если вы его убьете, я дам вам 20 тысяч. Нифига себе. 20 тысяч? 20 тысяч? Поехали. Подожди, ты прям клянешься? Нет. А все, она не клянется, ребят. Не поехали, отмена. Поехали. А лестница, Сань, чтобы ему удобнее было до тебя допрыгнуть? Что это такое? Что ты делаешь? Он поставил. Что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Что я делаю? А что я делаю? А что ты делаешь, что а? Что я делаю? Что я делаю? Что ты? А-а-а. Опа. Ой-ой. Не смотри сюда даже. Не смотри сюда! О, любить своего хозяина. Мне определенно нравится такой исход. Мне определенно нравится такой исход. На меня не смотри. Как у вас там дела? Мне страшно. Супер! Юни, у меня сейчас чё? Барьер, у тебя барьер. Юни, обернись. Да нормально у меня. В смысле нормально, у тебя прям что барьер. Что со мной? Что? Подожди, чего? Как я упал? А, иглобрюх. Каждый раз он. Нет, я... Меня кто-то скинул. Это иглобрюх был, я видел. Я был просто отравлен, но меня кто-то скинул. Да, это был иглобрюх. Отстань! Кажется, я сейчас победил. Ребят, это будет самая легкая победа в мире. Вот прям самая легкая. Я буквально на базе стою и ничего не делаю. Где Блейз? Где Блейз? А вот он. Больше нет в игре. Где? Блейз внизу. Супер низко. О! Аккуратно. О! Прицельный выстрел был. Так, сними морковку с удочки, попробуй. Да я вот пробую, я уже попробовал. Что? 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 Давай! Что? Нет! Вода! Ну почему ты даже за воду не зацепился? А где она была? А, прямо сзади тебя в одном блоке! Что? Мне сразу падать или как? Можешь подождать барьера. Можешь просто дождаться барьера. Там реально была вода. Я тебе хотя бы какой-то урон нанес? Нет, просто ноль. Причем Рома так долго этого не видел, а ты бил мимо просто, как это возможно? Да, у меня руки дрожат, я не знаю, ну как? Ай-яй-яй. Боже мой. Так. Юни! А у тебя есть еда? У меня много еды. Дай. Ладно, это я действительно не ем, я помогу тебе. Ой. Вперед! Давай, туда падай. Что это у тебя? Что, наберитовый топор? Да. Ты по... Так, а ну-ка, деточка, а ну-ка иди. Над барьер уйди от меня! Моя платформа кому-то помогла, да. Блин, слушай, это уже опасно для меня. Это уже действительно опасно. Ром, а что если я тебе скажу, что ты умрешь примерно через 10 секунд? Черт, я думал, он будет бить. Нет, уйди! Нет! Тась, там же была лодка! Да! Там мало того, что была вода, но была и лодка на случай, если моб подойдет вплотную. Ну, ё-моё! Да, зачем? Ребятки, это, конечно, трэш. Это, конечно, трэш. За лето мы очень расслабились. Давайте, включаем записи экрана, скидываем мне 5000. Давайте, вперед. Черт возьми. Я хочу, чтобы каждый сладко прокомментировал то, как он скидывает мне эти 5000. Рома, я тебе сейчас эти 5000 не просто скину, а засуну в самую глубокую точку твоей. Самый глубокий банковский счет. Так, я перевел. Все? Так, все остальные тоже перевели, да? Месяц откладывал на обедах, и сейчас я просто я не могу смотреть на эту сумму. Этот человек в 5-м классе, вот что ты с ним делаешь. Что ж, дамы и господа, супер-мега-победа моя. Будет ли еще раунд по столбам? Это мы, конечно, узнаем, если вы
Так, а ну-ка, не мотать головой, все вот так делаем, все вот так делаем. Будет ли еще раунд по столбам? Узнаем, если на этом ролике наберется много лайков, комментариев и, конечно же, подписок. Не забывайте говорить об этом, если что, мы действительно запишем еще одну часть. Ну а вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Фиксплей, Юни и Саня. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока! Всем пока!